Всем привет, ребятки, на моей маленькой разводне. Всем по приветику. Вот так начинается утро на моей маленькой разводне. Вот одну посылочку он начал паковать. Еще надо вторую. Зелени чуток. Две посылочки. Одна поедет в Харьков, вторая в Кирилловку. Сейчас вот это все покажу. Рыбасики, улиточки, растеньки позапаковывал. Все хорошо, тщательно, в два пакета, чтобы, не дай бог, что. Вот этот макроподик, вот этот красавчик, у него уже стресс, поедет в Харьков. Так как макроподы это лабиринтовые, их нужно не полностью закачивать кислородом, а только где-то наполовинку, чтобы он себе легкие не опаливал. Ну, не легкие, а жабры. Вот. Эта посылочка здесь у нас. Данюшка. Данюшки бегают вон там, внизу. Это поедет в Кирилловку. Здесь 4 вида растеньки. Пистия. Улиточек он столько. Больше 100. Пистия, элодея канадская. По-моему, яванский папоротник, или как он называется. Даже не знаю. И еще одно плавающее растенько. Вот. Все в двух пакетиках. Вот эти, получается, отходы от пенопласта. Сейчас все плотненько подзапакую. Замотаю скотчем. И на почту. Посылочки спакованы. Сейчас поедут на почту к своим новым обладателям. И пускай у них будет все хорошо. Помогать начинающим разводчикам всегда надо. И еще делаю вот такую вот штуку. Пишу. Только маркер что-то не пишет. Опа. Сейчас найду какой-то другой. Вот такое вот пишу. Только маркер маловат, но возможно, ребятки, на почте поймут, что нельзя его бросать об землю. Так, еще надо сейчас съездить на стекольню. Есть 3 заказика на аквариумы. Сейчас закажем стекло и будем в следующих видео клеить аквариумы под заказ. Стеклышко заказал. Еще один аквариум надо склеить маленький. Вот у меня есть стекла, надо их почистить, порезать и склеить аквариум 50, 30 и 30. Это на черепашку. Больших стекол не надо, так как черепашка красноухая уже большая и не помещается в своем уже старом доме. Склеим и новый домик и пускай себе живет. Дальше есть работенки, так как сегодня день пошел не так, как надо. Сейчас буду стрижечку небольшую делать. Сейчас покажу, где. А стрижка будет вот здесь. Так как уже растенька так заполонили, что света не получают вот эти внизу. Сейчас этот аквариум надо постричь, заменить водичку, промыть фильтра и пускай себе растет все дальше. Эти растения где-то посадим на разводинке. Куда уже посмотрим дальше. И вот надо подумать, куда это все рассадить. А рассаживать, скорее всего, буду вот сюда. Сейчас мы здесь просифоним грунт.
Возможно, уберем тернешку вон туда. И пускай себе там живет дальше. Этих ребяток тоже даже не знаю, куда отсадить. Это все зеленые и желтые. Себе оставил на производ. И, наверное, буду сделать все здесь. Сейчас мы его просифоним, уберем малечек и куда-то разбросаем. Вот, ребятки, просифонил и убрал тернешку. Убирать буду ее вон вот этот аквариум. Там фильтрация мне просто по кайфу. И посмотрим, что они будут творить. Дальше. Тернешка ни одна не пропала. Ни одна не одинешенькая. Это очень хорошо. Сюда маленьких пару штучек забрал. Было их 119 штук. Отсадил, получается, сюда сейчас капельным путем им водичку поставим. Пускай водичка себе стабилизируется. Вот этот урожайчик тернешки. Будут они плавать в вот этом аквариуме. Самый последний. Вот. И пускай себе тут обживаются. Уже такая даже есть продажная тернышка. Это очень хорошо. У меня Данюшки вообще оборзели. Вон в фильтре, где плавает Данюшка. Вон там он, Данюшка. Я думаю, скорее всего, он через это отверстие они туда и попадают. Это по-любому. Вот там, где Синдипон плавает, делает мне нервы, так сказать. Сейчас, да, промываю вот этот аквариум. Фильтр промою, так почищу чуток. И подолью водички и буду запускать те растенька, что с того аквариума. Заселение прошло успешно. Тернешка себя чувствует прекрасно. Вот такие вот зверечки. Просто красавчики. И все в папашку. Буряковые. Парочка штук какие-то оранжевые есть. Но желтые и оранжевые оставлю себе на производ. Вот, ребятки, аквариум уже постриг. Простор большой. В воде взвесь, только залил водичку, все вскаламутил, но фильтр справится с этим всем делом, и через часик-два водичка будет кристально чистая. Вот этот эхинодорус уже дал мне 6 или 7 отростков. Что еще по этому аквариуму? Самочку, которую менял, не хотят нереститься совсем. Вот эти ребятки, что только хвост торчит. Смотрите, какой хвост большой. Вот моя рука, а вот хвост Анцитруса валио. И сейчас покажу, куда это все переехало. Вот растеньки на своем месте. Вот этот вот аквариум, где была тернешка. Вот так вот засадил я его теми растеньками с того аквариума. И уже начинает набирать вид разводинка. Здесь такие аквариумы. Вот здесь. Нету времени вот этот склеить. Так уж, как уже 3 заказа есть. Ну, здесь ничего, здесь тоже. Ну, и здесь так себе. Заметил, что с грунтом получается аквариум намного кристальнее вода, чем без него. Только малость заморочек с сифонкой, но и так хорошо. Получается по лялиусам. Лялиусы выздоравливают, даже что-то крутятся, вертятся. Красавчики, пускай выздоравливают, а потом будем их нерестить.
но пускай сначала вырастут. Здесь все по-прежнему, рыбасиков куча, здесь тоже. Даже уже один на заказ аквариум стеклышко склеил. Получается вот эти вот, вот такой вот аквариум. Такой вот аквариум. 50 длина, 30 ширина и 30 высота. Осталось его только залить клеем. И пускай себе сохнет. Надо еще будет здесь, конечно, вот, вот даже видать, как от пальца прогибается стекло. Наверное, надо будет стяжки дать. Две стяжечки. И отправить человеку. По разводинке на сегодняшний день работу заканчиваю. Только залью силиконом аквариум. И пускай себе сохнет. Всем хорошего дня, приятного настроения, удачки и пока!